Здравствуйте, меня зовут Юлия Анатольевна. Сегодня у нас урок для группы МБВ-19. Разбор произведения темы нашего урока. Произведение наше называется «Тихая песня». Композитор Александр Николаев. Темп не спеша выразительно. Обрати внимание на тональность. При ключе у нас знаков нету. Размер стоит 6 восьмых. Скрипичный басовый ключ. За время карантина вы, наверное, нотки подзабыли, поэтому давайте мы их проговорим. В руке правой это у нас ноты второй октавы. По крайней мере, вот в первом и во втором такте. Ми, до, ми, соль, фа, ми. Ля, ре, диез. Встречается у нас здесь диез. При этом еще у нас есть точка. Как мы будем считать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если можно будет удобнее сделать раз, два, три, раз, два, три. Нота с точкой четвертная. Будет счет такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В третий такт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четвертная с восьмой. Получается, в нашем счете и уже нету, как раньше. Раз, и два, и три, и четыре, и такого нет. Потому что шесть восьмых. Восьмушки. И всегда должен быть их счет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но если удобно, можно 1, 2, 3. Вот наши три такта. Ноты наши второй октавы. Здесь у нас половинная. Будет считаться так. Она еще с точкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы ее держим, не играем. То же самое аргарай повторяется. Повторяется, как будто реприза. Проигрывать надо. То же самое. Раз, два, три, четыре такта, они повторяются. Давайте посмотрим ноты левой руки. Ля, до, си, ля, до. Остаетесь на месте. Здесь соль, си, фа, ля. Играем со счетом вслух. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Соль, си, фа, ля, ми, соль диез. При этом мы должны на инструменте играть верной аппликатурой. Те цифры, которые у нас написаны, это наша аппликатура. Должны играть и брать верно. То же самое, то, что здесь были, какие нотки, они повторяются еще 4 такта. Пока мы сделаем разбор 8 тактов, чтобы вспомнить игру, вспомнить нотки, вспомнить инструмент, название, счет. Теперь посмотрим, разберем левую руку, партии левой руки со счетом вслух. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Домашнее задание будет таким.
Соедини две партии левой и правой руки в медленном темпе со счетом вслух, соблюдая верную аппликатуру.